Здравствуйте, любимые зрители! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала «За Германию» в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо имеется в описании. Всё-таки всегда интереснее смотреть с самого начала, да и пояснить настройки карты в данной партии надо. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Так, у меня бегают из Ахена, из Магдебурга 2, из Ахена 2, из Магдебурга 2. Давайте еще из Магдебурга тогда. Русский явно в колониализм вышел. Так, а мне нужна астрономия. Университет рядом с горой. Это возможно. Странно, почему у меня один ход Ахен в минус, по счастью, был внезапно? Я стану союзником Буэнос-Айреса. Да, Геору вынесут. Я буду союзником Буэнос-Айреса. Русский, грек, как у вас там война? Ну, броненосец я свой потерял. Ну, ты понимаешь, что это всем игрокам бальзам на уши? Понимаю. Все таки. Можно и армию свою реализовывать. Построил галеры и потом обнул. Да, он именно так и сделал.
А скажите, пожалуйста, что значит береговые рейды? Ну, грабишь клетки. А простыми морскими юнитами нельзя грабить клетки? Нет. В смысле, грабить клетки — это разрушать ресурсы, так? Не, вообще просто любые клетки, которые рядом с берегом находятся, ты подплываешь своим этим юнитом и их грабишь. Которые обработаны, разумеется, клетки. Ну да, обработаны. Там может быть район. Ну вот как ты юнитом наступаешь на клетку, понимаешь, и грабишь юнитом. То же самое ты делаешь морским юнитом, только не наступаешь на нее, а рядом с ней находишься. Все, спасибо. Блин, тут кампус придется на одном вот тут вместо этой пшеницы, к сожалению. Американец, ты, кстати, там под шумок можешь на Олимпию, Спарту напасть. У него там войск явно нету. У меня там сухопутных полно. Ну, можно их просто захватить и сжечь. И флот у меня там тоже есть. Хорошая идея. Американец, ты первый по армии. Не понимаю. А, не, уже русский первый. Уже русский. Так, блин, все заканчивается. Жилье. Так, ну тут оно уже все уже давно закончилось. А, убери своего Бразилия, дуболома около Бразилии. Мне тут мечник идет, собственно, на выручку. Пожалуйста. Эпоха только с этими, с культурными цивиками изменяется, да? Грек. Предложение. Эпоха... Нет. Почему? Просто право прохода. Ну мне вон Почему надо нет? убрать, видишь, у Бразилии ты захватил и меня выкинул Давай вот оттуда. так, хотя. Если дал как бы теху, Не, ну ты приплывешь, будешь там что-то смотреть, еще начнешь захватывать вот это. Смотри, что у меня уже городов. Начну. А? Что я приплыву, захватывать начну. Так я не хочу, чтобы у меня стоял твой юнит, светил города, чтобы и приплывать нападать. Ну, в общем. Не идешь навстречу, да? Не, давай вообще дружбу заключим, я тебе право прохода дам. А. На 15 ходов. Это нормально. Меня полностью устраивает ни с кем не воевать. Что там немец? 102, да?
Да, хотел он... Не, почему 102? 10, 98, 103? Ну, я просто от 87-го еще считал. Окей, 102. Фермы рядом были. Скажите, где мне найти немца? В смысле? Кого? Мы же нашлись. А ну, где ты плаваешь, скажи? Я-то тебя не вижу. Да я недалеко от себя. У меня рядом с Эфесом есть город. Ой, не город, а каравелла. Ну вот Эфес, тебе надо оплыть Эфес слева и плыть вверх. Ну все, все, я понял. Че, поделитесь, у кого сколько науки вход? 70. 49. Прикольно, что это нельзя стрелять, да? На этом все. Все поделились. Русский, давай мириться. А, после того, как узнать, сколько у меня науки, сразу решили. Нет. Ну. Так. Мириться, да, думаешь? А что ты мне предложишь? Да не надо, не мирись. Не, ну Рио ты заберешь, можно сказать, просто так. Сейчас это понятно, русский, дальше русский, что? Давай не мирись. Не, ну что, я флот свой не буду сюда вести сейчас. Бимирок, инфа инсайдерская, у него весь флот коцанный. Ну я вижу. Как... Это не весь. Он может, конечно, привести от своих городов, но это далеко. Ему это хода 3-4. Ну у меня каравеллы по два хода строятся. То есть Бразилия вполне берется. А это, по-моему, важный стратегический город. Ну, Порто-Алегро тоже такой нормальненький. Не хочешь, да? Чем дольше они воюют друг с другом, тем... Пока не всем знаю. Лучше. С другой стороны, у Бимерка Окленд. Это очень крутое... Никто не хочет помочь против русского повоевать. Вот это да. Yeah. А что ты дашь за это, Грек? Не знаю, что найду, что предложить. Не, так-то я нормально буду пока что. Я могу согласиться при условии, что мы обязательно пойдем Окленд снесем еще. Да, вот. Неплохо. Так, что это за коалиция образовалась, Нимба? Немец, ты мне сам советовал помочь бразильцу. Ну да. Так ты же не помогаешь бразильцу, а захватываешь его. Нет, нет, почему? Я сейчас отбиваю бразильские города. А ты будешь ему отдавать их? Ну, все возможно, почему нет? Нет, Бимирок, это вот это два варианта. Либо мы договариваемся, что ты отдаешь, отбиваешь бразильские города и отдаешь их бразильцу, я не вступаю. Если ты забираешь себе, то я вступаю на стороне грека сразу. Я отдаю ему его города. Окей. Не, ну тогда уж все отбивай, ладно? Ну ты видишь, я Куритибу тоже уже начал атаковать. Куда готов, туда я отбиваю. Да ты крут. О, сразу плюс 52. Я прям чувствую себя, не знаю, Израилем каким-то. Израилем Моисеевичем Шнеперсоном? Нет, страной Израиль. За которую все заступаются.
Так, вот теперь я что-то передумал уже. Хотя все равно клане. Меня просто тоже не устраивало, что он забирает 5 городов аж целых. Кстати, у тебя в этом случае и усталость от войны не будет, если ты ее освобождаешь города. Да, да, есть такое. О, американцы, я тут нашел поселение племенное. В снегах под Вашингтоном. Прости, но я его захвачу. Тут лагерь варваров у тебя под Вашингтоном. И рядом поселение. Это я пошел искать ГГшку, которая справа снизу. Давай, она там дальше. Кстати, тут можно проплыть, но тут далеко. Да забирай. Ёлка. Хочется тут город все-таки еще поставить. Да, видимо, поселенцы будут просто купить. Сейчас накоплю денег и куплю. А в столице хочется священное место еще. Но для этого 13 жителей надо, чтобы было. Спасибо! Великие инженеры получают дополнительный заряд. Русский, захвати этот лагерь варваров. Сможешь его забрать, какие тебя убьют? А тебя расстреляют. Наверное. Кстати, даже никакого сообщения не дали о том, что город освобожден или еще что-то, просто раз, и у меня появился второй город. А тебе что еще, блин, не знаю, цветы подарить по этому поводу, что вот это началось сейчас? Было бы неплохо, да. Как, там, у тебя захватывают город, но тебе сообщения приходят и так далее. Ты захватываешь, тебе опять сообщения, а тут ничего. Ну как, знаменательное событие, там, народ празднует, бла-бла-бла. О, Занзибар. Так, а какие-нибудь ГГшки вообще захватывали, или они все на месте, все 9? Одно только Валетту захватил. Угу. То есть 8 ГГшек должно быть. 7, по-моему, стояли, нет? А, да, 8. Я нашел всего 4. Я 6. Я 7 и не нашел как раз ту самую научную. Окленд? Нет, окна промышленный. Стокгольм никто не нашел. Стокгольм я нашел. Скажи, где? Вообще в углу, слева. В углу? В нижнем? Да, в нижнем. Сетовал, что его не жить негде. Как всегда, забыл запись нажать. Ну, тут не особо много чего произошло, на самом деле. Я сдал союзникам Буэнос-Айреса, вот это важно. И принял еще политику... На счастье от гарнизона, потому что, ну, проблемы у меня тут со счастьем некоторые начались. Но я думаю, что Буэнос-Айрес мне эти проблемы решит. Следующим ходом у меня повеселее будет. Ну, вот это чудо офигенное для меня. Инженеры дополнительно будут... работать. Я уже, кстати, в ФФА за Англию его строил, но там тупо я поступил с флотоводцами и использовал их до того, как я достроил это чудо. Ну, так я уже не... Россия захватила потерянный город. Это что значит? Куритиба. Мысли, что это город уже не ее. Ясно. Как если ты берешь город, сразу сжигаешь его в тот же ход, тогда тоже это... Давайте попробуем бонус от соседства для промышленной зоны.
Давайте вот вместо золота. Не сильно я. Так, мавзолей. А кто еще что построил? Попадало. А вот и... А вот я не знаю, брать Гвилис или оставить его греку все-таки. Кто тебе должен? Отвечает Александр Друзь. Бери, то есть ты в любом, тебе в любом случае грека оставить хорошо, а меня усиливать это... Да грек и так уже ослаблен. Не получится все равно. А больше Халецкий ломаются, вот, 35 с промкой. Так это только нет, в столице, ты... у меня там три каравана бегает. Не, ну заверши начатое дело уже. Блин, если я тебя волную, я сейчас с греком просто договорюсь и пойдем тебя пилить. Россию? Меня просто... Меня, например, волнует союзник Окленда. Я вам напоминаю, сколько Окленд дает производства. И Бимирок нам не называет свое производство, не говорит. А Окленд дает каждый... У меня меньше, чем у меня меньше, чем у... Не сомневаюсь, я бы так же говорил. Я могу скрин сделать. Тебе Окленд дает офигенно кучу производства. Нет, ну учитывая то, что у него нет холмов, то, конечно, это ему не, это не буст. То есть он не врывается вперед. У меня все тоже нету холмов вообще-то, можете посмотреть. Холмы, кстати, вон у грека неплохие есть. Ну так, их немного тоже, потому что территории немного. Так, где-то а уровень моря у нас стандартный, да? Да. Мы ж проголосовали. Так, вот и фабрики. Вот и инженер. А тут можно где-то посмотреть общее? Спасибо, извините, что вылетал. Желаю победы русскому. Спасибо. Вот. А так было интересно. Всем хорошей игры. Пока-пока. Пока. Ну, надо бы тогда города бразильца забрать. Ну да, давай, грек. Пополам. Давай пополам, конечно. Только проблема, что грек не может ему сейчас войну объявить. Ну, 10 ходов. Я через несколько ходов смогу. В общем, бразилец не сможет зайти никак в игру, у него постоянные ошибки, поэтому отпустили его. Так, какие тут вообще районы еще остались не построены? Вот я священный еще военный. Мы создавали район. Час. Сейчас пока сейв загрузим. Да, есть такое. Не, вахи не наверное. Кто-то хотел узнать, сколько у меня промки. У меня 21 стольня. В Берлине. Даже с этим сраным Оклендом. Так а мы сейчас пересоздаем? Не-не-не. Не, мы продолжаем. Почему в Стольне? Скажи, как в самом развитом городе. В самом развитом 27. Видишь, уже мощно. А у меня, я сколько говорил, это с караванами на производство. Ну, у меня тоже караваны тесно на производство. Не знаю.
Так. Это фабрика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На это уже не будет влиять. Но тут я лучше фабрику. Три, четыре. Блин, не влияет на Нюрнберг. Придется в Майнце и в Нюрнберге строить фабрики. Как ты так мощный Лиссабон перекупил аж на два посла? Ну, у меня еще в запасе есть послы. Понял. А научная ГГшка только одна? Или две? Стокгольм я видел. Стокгольм, да, я нашел уже. Так, ну что? А, у меня же религия еще на производство. Вот почему у меня 30. Чтобы миссионеров купить, распространить. Да. Отлично. Ну, начинает спамы сообщения от бразильца поступать. Да. If you owe the bank $100, that's your problem. Странное исламское государство, которое освобождает города. Правила нигде в итоге не записано, потому что я что-то тупанул, строил исламский арсенал, слава богу, что он запрещен. Все-таки строил, да? Слушай, это было написано в событии, на которое ты откликнулся. Было конкретно написано, это морская карта, поэтому исламский арсенал строить запрещено. Ну как оно не было нигде? Иди, зайди в событие сейчас, посмотри. Да я вижу. А вот эта треугольная торговля плюс 4 золота от всех. То есть, грубо говоря, это всего лишь плюс 4 золота или от каждого каравана? От каждого. От каждого. Так, вот мы кругосветку совершили. Так, в Нюрнберге придется фабрику строить. А кто темпло майор построил? Не я. Я тоже не строю. Я Буэнос-Айрес нашел на часе. Ясно. Прикольно он стоит, да? Да вообще зажатый. Испуганный. Просто хочу взять сейчас на Занзибара, чтобы... Кто стоит на чуде побережья гигантов? Это Конго там? Угу, да. Блин,
Бразилец просто. Я пока не сделаю еще раз вопрос такой. Не сделаю это задание для ГГшки. Оно не изменится, что ли? Нет, похоже. Потому что у меня на Окленде развлекательный комплекс с самого начала стоит. Задание. Это жесть. У меня вот. Так ты ему можешь войну объявить, оно сбросится. Да. И мир принять. Сразу же. Уже 10 послов сидит. А пока походу послы вернутся. Нет, после этого мира не вернутся. Разве? In diplomacy, there are two kinds of problems, small ones and large ones. The small ones will go away by themselves. Другие города немного под. Так, ну они там решили допиливать бразильца. А вот интересно, у меня сейчас стоит задание вызвать озарение для осадной тактики. А если я изучу своим ходом? Задание попадет. Не сработает. Ну не сработает, это понятно, но будет новое. Да, сразу, по-моему. Блин, ну тут подло, конечно, задание для ГГшки, для Конго, распространить свою религию в 6 городах. Игра тебя троллит. Так, выжженная земля. Может, кто-то несет мне религию? Да, я могу. Неси, пожалуйста, я буду прям... Построить Конго, да? Пушки. Куда, не важно, очень. Куда, нет, я там разберусь. Ну да, Конго оно посередке, поэтому если что, тоже нам. Так, давайте мы строительную инженерию откроем. Сначала. Меня там волнуют всякие перемещения. Глянь предложение города. Сейчас не успел. А как вы города будете делить, бразильские? Может, поделили. Ну, я прослушал, как. Какие я захватил, те мои. Просто. А, то есть русский чисто Рио забирает, да? Рио и Бразилию. Так Бразилию уж ты захватил. Так, знаете что, давайте я куплю посела и поставлю тут город. У меня такие везде скалистые берега. Глянь предложение. Да.
Две верфи надо построить. If you see a castle under fog, you must... Быстро вы бразильцу уговорили. Главное, пока игрок живой был, вы не могли договориться. Как только чувак свалил, вы сразу дружно. Ну а что там? Improvement makes straight roads, but the crooked roads without improvements. Сообщение, что цивилизация Греции расширяется, основывая город Куритиба. Можно и так сказать. Так, все, у меня везде появились крутые стены. Сложновато этот город обратить. О, как. Атеисты там. А сколько торговых путей? 12. Это у кого 12? У русского. А то в каждом городе по... По этой самой. Верфи. По гавани и по центру. По гавани, да. Не-не, просто по гавани. Центр коммерции только в одном городе. А центр коммерции же, если не вдвоем, они все равно один дают, да? По-моему, да, не дают. Синтуки, акстись. Чего? Да я устал за второй день. Чего устал? Я говорю, успокойся. Да я спокоен. Да я по поводу спокойно. Русский, а дашь проход к барьерному рифу? Ну, за 100 монет дам. Не, за 50. За 80. Нет, я просто готов только 50 заплатить. Это как бы не торговля. Тебе же нужна наука. Ну что, мы будем отношения портить по этому поводу? Нужна наука, но мне и деньги нужны. Давай 50, хрен с тобой.
А, мы же там с тобой на слонов менялись, давай. Ну, подожди, сейчас, сначала сейчас. Это прими. Я отправил тебя обратно. И еще я с кем-то менялся на... По-моему, с тобой сейчас. Так, откуда он? А, у тебя уже есть, да, цитрусы? Не, не надо. Два Ахена. Два из Аугсбурга. Из Майн... Вот из Франкфурта не бегает, из Нюрнберга и из Берлина. Вот из Берлина надо, кстати. Американец, тоже посмотри предложение. Германия, ты еще один город идешь ставить? Куда тебе стоп городов? Да я давно там хотел поставить. Помнишь, с бразильцем были эти трения? Теперь со мной будут трения, да? Я против. Ну окей, давай потремся. Вообще, ты вообще офигевший. Вообще пришел хрен знает откуда. Еще какие-то возражения на мой континент выдвигаешь. Русский, давай после всего, что между нами было, заключим вечный мир на 15 ходов. Конечно, давай. 117-й, да? Получается так. Так, мне надо встать. Американец, посмотри предложение. Я принял. Конго, какой у тебя самый минимальный город? По жителям. А чё миссионер, чё этого какого? Это ж маловато. А чё-то не хватило. Ну, на 7 жителей, наверное, хватит. Не, нам нужно, тебе нужно будет... Четверых, по крайней мере, обратить. А ну, как накоплю, так приведу. Ну, спасибо. Все. У меня нет больше миссионеров. Так. Неожиданно. Алёша ждет, когда у него подводная лодка будет сильная, тогда он пойдет драться, что ли? Да, скорее всего, я даже забыл про это. Фига мне драться. Совсем. Я культурой победю. Да-да-да, с подводными лодками. Оно и видно. Подводные лодки звери у них. Фрегаты на раз ложатся. Ну, я считаю, что тут лидер русский. Вы как хотите, конечно.
Он захватил одного. Лидер по какой победе? Захватил прости, второго. Да нет, на самом деле... Да. А по какой я победе лидер? По подводным лодкам. Надо выбирать выберы. Я всех, захватываю правильно? Подводными лодками, да? Довольно-таки серьезная как бы вещь. Ты думаешь, что ты можешь порушить нам армию очень сильно. Ну, хотя, если все вместе... Ну, там... Уже культурные терки пошли. Blast. Build. Что пошли уже? Культурные терки. Так где, где? У кого? Вот там уже у них по 4 туриста. Русского и грека. Ну, а грек вот. Забрал у меня город-государство, который культуру дает. Поэтому даже не знаю. Ничего, ядерная бомба все исправит. Плюс можно вообще захватить эти культурные движки и не париться. А их можно уничтожить? Конечно. Is new opinions are always suspected and usually opposed without any other reason, but because. Так. Ну хорошо. Значит. Бонусы соседства к кампусу убираем, ставим плюс 100% науки. И пока все. Ну, 125 стало. Отлично. Храм, чтобы апостолов нанять и прокачать религию. В Трир. Рабочих. Странно, у меня походу на морские юниты не действует ускорение на мобилизацию. Там сформируйте три корпуса. Я все юниты уже сформировал морские в корпуса, но баф не дали. Надо остальным тоже проверить, может это вообще типа на морские не работает, только на наземные. А
А вот этот флотоводец, который будет давать на 25% меньше усталости, это он вообще топовый? Нет, плохой не бери. Понял. Конечно, бери, а то Лёша его два раза использует. Да, я думаю, что я раньше его возьму. Не, ну вдруг он сейчас начнет проекта клепать, надеюсь. Да я не что бы взять, я... Ну, лучше бы взял. Интересоваться. And first Hephaestus makes a Блин, мне бы здесь, конечно, 15 жителей и все. Или я уже открыл эту теху? Нет, урбанизация. Давайте попробуем. 4 хода. Нормально. У меня нету угля. Вообще. Вообще нигде. Хотя, конечно, я его могу сейчас не видеть. Как всегда. Но мне не сообщало, когда мы открыли уголь, что... Вот селитра есть, да, но... Она мне не очень нужна. Культура у грека 127. Два раза больше, чем у меня. Кого? У грека. А, культура? Я вообще по культуре стрёмно. Надо фрегаты строить. Можно больше их построить, потом буду апгрейдить. Спасибо.
All the best romances bloom in the midst of a good... Ну, тебе же не нужен нефрит? Или нужен? Сейчас посмотрю. У меня что-то подвисло. Я тебе кинул слонов, американец. Да, слоны — это хорошо. На хлопок? Может, на что-нибудь другое поменять? Конго тебе тоже кинул. Вылетел. Нам не написано, что ты вылетел. У меня игра закрыта. А вот теперь вылетел. Даже без предупреждения. Просто. Типа через 5 секунд я вылетаю, да? Я что, 5-4? Да там не было нажать что-то. Играйте в умные игры, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.